На первой встрече трудового коллектива компании «Техноазис» с лидерами движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» сотрудники выдвинули социально значимые инициативы. Все они опубликованы на сайте «Хижонлайн». На этом круглом столе активисты рассказали, какая работа уже ведется для их скорейшей реализации. На встречу были приглашены лидеры движения общественной поддержки Ирина Роднина, Николай Кашников, Татьяна Недосвети, Николай Томашов, Алексей Федоров и Юлия Ишкова. Трудовым коллективом было уже выдвинуто 8 инициатив, которые размещены на сайте для голосования. И сегодня мы просто пытались подтолкнуть как-то их к тому, чтобы они активнее голосовали за свои же собственные выдвинутые инициативы, чтобы они быстрее реализовывались. Химчане поддержали инициативу трудового коллектива своими голосами. Среди них были такие предложения, как ремонт дороги на Заводской улице, установка дорожного знака около промышленной зоны, запрещающего парковку для грузовиков, установка спортивной площадки и многое другое. Некоторые из предложений уже реализованы. Много инициатив было о дорогах и их благоустройстве, о том, как люди добираются сюда, о маршрутах автобусов, как им проще сюда добраться. И как раз представители администрации рассказали о том, что эти вопросы уже решаются, о том, что меняется уже расписание автобусов, учащаются их поездки. На собрании лидеры движения подчеркнули, что очень важно не только говорить о своих предложениях, но и голосовать за них на сайте «Хижонлайн». Ведь только от жителей зависит то, как будет выглядеть их родной город. Огромная просьба не только ставить задачи, не только их продвигать, но еще и голосовать, да, потому что вот коллектив поднимал вопрос о том, что был постоянный пункт, где можно приобрести лекарства. Рассматривается этот вопрос, и голосов пока набрал очень мало. На сегодняшний день неравнодушные химчане выдвинули более 2000 социально значимых инициатив, которые должны улучшить качество жизни в городском округе.